конечно. Это уже записалось. Да, Николай, поймёшь, где больше, где меньше. Объясню. Потряси глазами. Самая легкая вот эта. Это если у тебя кость немного другая. Ну, большинство людей вот так получается. Это просто есть такой способ. У тебя не получается вообще никак. Там нет, так сгибаться. У тебя должно быть прямо и при этом пальцы. У меня вообще пальцы вот эти два разные. Да, кстати, один толстый, один. Внимание, спортсмен, чему вы верните? Раз. У меня этот по прямой, а этот по... Вот этот палец у меня так не может. На первый голову приглашается матч Александр Петров. Это будет ответить мистер, который будет внизу. Илья Чернов. Финал. Это и слушай, подвинься. Смотреть хорошо ты и здесь можешь. А камеры тебе не обязательно. Камера только элита. Это мой типа? Все тихо. Смотрим на Дениса. Смотрим. А я так не умею. Умею, но не сильно. Поэтому я так никогда не делаю. Начался бой. Финальный поединок. Это финал. Пока что застой. Прошло 20 секунд. И... Денис выигрывает на 1 очко. На первой камере повторно приглашается Петров Никита, пионер. Денису надо заработать еще 1 очко и также оставлять. Прикинь, камеру просто оставим и забудь, что я тут получу. Вот так. Четыре ноль, да. 4-0 был в те моменты, когда Денис атаковал. Диня вообще красавчик. Надо, чтобы вот этот победил, да. И Николай снова подал протест, как и вчера. Нет, хотя нельзя. Надо вот Денис. Нет, я говорю, что нельзя мать, чтобы Денис проиграл. За то, чтобы Денис победил. Приготовиться расширяет память умного страха Андрея без изменения. Давай оденем. Осталось как минимум минут. Уже как максимум. Не видишь, мама?
боялся больше за камеру, чем за камеру. Денис, бей его, давай! Ой, красава! 1-0, 1-0. О, ничья пока что. Денис, не время! Денис. Нет. Он проигрывает. 1-0, это ничья. Надо, чтобы было 3-2 очка. Так, знаете, еще так одновременно эти три очка. Будто бы они прям и так пальцами. Так, ему еще один. Давай. Наши 13 секунд осталось. Денису еще надо задефать. Паузу поставить. А? Денису еще надо 13 задеф... секунд осталось. Ну, я и говорю, Денису надо задефаться. Да ему дефаться и не надо. Может, просто два удара сделать и за это время уже пройдется. Смотрите, что надо делать в таких ситуациях сейчас, Денис. Я знаю, что надо делать. Нет, Денис такой, ну, пока. Ты дебил, ты за этим вообще-то не следишь. Все, сойдет. О, ничья. Дениска. Что ты камеру не поставил на я? Это он. Все это время смотрели только на счет. Да, ты видел. Они с тобой. Ты вообще следил за их боем? Я бы честно лучше. А ты хоть смотрел камеру? Да я теперь на счет. Вы помните, что только что было? Все это можешь теперь сказать, чтобы могли потом сказать это? Короче, Деня завернул вертушку, а ему попшикали, потом они в том углу попадались немножко. Ты неправильно объяснил, поэтому кажется, что Дени завернули вертушку, а не Деня завернул. Да, все, короче, Денис его там побил, потом этот его Денис побил. Вот Денис должен был дефаться этим, а он да. Атаковать и съел. Так бы Денис задефался, и все, это победа была. Одно очко и все. А, еще один раунд. Стоньё! Дениска. 1-0. Еще! Да блин! Денис, давай! Денис, тащи! Давай! О! Да что? Одно очко сел, удар был! Денис, давай! О, 2-2! Сейчас будет походу до первого действия. Слышите, сейчас будет до первого действия бой. Это до первого боевого действия. Кто первый ударит, кто первый пропадет, а чок тот победил. Вообще это ничего. У меня один раз такое было, я встал. Ты проиграл? Деня, ножки работают. До первого действия. Все. Так там еще тебя встретить могут. Я один раз так порвался, и мне был встречи, и я проигрался. Ну, тогда второе место как раз в финале. Дениска, я верю в тебя. Попытался. Ничья опять, смотри, красный, синий. У меня так же было, знаешь, на Европе. Дениска, давай, Дениска. С ножки! Да не надо мне сейчас. Ничья!
А что там сделано?